На этой работе меня все называют жирным. Понимаете, что происходит? Сразу попасть под бронебойный поезд. По мне, это какая-то сомнительная логика. Здесь все будет на зубах, здесь будет все на нервах, здесь будет азарт. Детки зиму и так покатаются где-нибудь на ледяночках. У меня есть команда, и я чемпион Нижегородской области по высшей лиге. Просто мы все пропитались этим хоккеем. У тебя супруга в котике. Кем будешь ты? Мальчиками для битья, конечно, мы не будем. В какой-то момент становилось скучно. Такого не может быть.